Не ловись, рыбка, ни большая, ни маленькая. С 10 апреля на территории Чувашии на 2 месяца ввели запрет на вылов всех видов рыбы и ракообразных любыми видами орудия, кроме одной поплавочной удочки. Прошло чуть больше 2 недель, а в республике уже задержали подозреваемых в браконьерстве. Так, 2 жителей Урмарского района поставили 30-метровые сети на реке Большой Аниш. Об этом в правоохранительные органы сообщил местный житель. Оперативная группа, которая прибыла на место, задержала мужчин 48 и 59 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозит штраф от 500 до 100 тысяч рублей или даже до 2 лет лишения свободы.